Получить кредит, а в придачу автомобиль. Такое возможно только в Альянсбанке. Сегодня представители финансового института доказали карагандинцам, что чудо случается. Обладателем иномарки стал Канат Адилов. К слову, владелец новенького авто уже готовится обкатать свою новенькую машину. Ее он получил благодаря Альянсбанку, который проводил розыгрыш. В числе счастливых обладателей оказался простой рабочий из Жанаркинского района. Подробно у Анель Шалкарбек. Пришел оформить кредит на необходимую сумму денег, а получил не только это, но и автомобиль. Канат Адилов взял кредит в начале октября. Через некоторое время ему сообщают, что он получил ключи от авто. Канат и вовсе не мог предположить, что придя в Альянсбанк за деньгами, в качестве презента получит новенькую легковушку. Спасибо большое. Это моя первая машина. Берите кредиты и выигрывайте. Может, и вам повезет. Участниками данного розыгрыша становятся клиенты, решившие воспользоваться быстрыми кредитами Альянсбанка с 1 октября по 31 декабря уходящего года. Всего разыгрываются 12 автомобилей. Первые 6 машин уже разъехались по Казахстану. Ключи одной из них и попали одному из клиентов. В целом, после реструктуризации, это одна из таких первых больших акций, которая была организована банком, розыгрыш автомобилей в канун Нового года, да, была организована, в канун Нового года, в канун Дня независимости была организована акция по розыгрышу 12 машин в целом по Республике Казахстан. На первом этапе было разыграно 6 автомобилей. Спешим поделиться с этой радостью, приглашаем всех клиентов. Новость о том, что Канату позвонили с Альянсбанка и сказали, что он выиграл автомобиль, порадовала и его друзей, ведь это его первая машина. Теперь и они хотят оформить кредит в Альянсбанке. Чтобы таких счастливых клиентов было больше, желает и директор отдела банка в Жанарке. Клиент вот одел в Канат, который выиграл машину. Удача улыбнулась ему. Желаю, вот 15 января еще раз разыгрывается 6 машин в Альянсбанке, которые кредитуются в Альянсбанке. Желаю всем удачи выиграть автомобиль, получать кредиты в Альянсбанке. Не только кредиты получать, быть клиентами Альянсбанка. Стать претендентом на один из оставшихся 6 автомобилей еще не поздно. Любой, кто оформит кредит в Альянсбанке, примет участие в розыгрыше, который пройдет в начале января 2013 года. Анель Шалкарбекова, Жазгабасов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский.